Лучшие дровосеки Башкортостана собрались в Карайдельском районе. Там проходит чемпионат республики по валке леса «Лесоруб-2015». Участники представляют лесопромышленные районы – Бурзянский, Белорецкий, Нуримановский и другие. Данные состязания – своеобразный отборочный тур, где лесорубы показывают свое мастерство, чтобы попасть на чемпионат России в Казань. Сейчас на прямой связи с нами из Карайдельского района мой коллега Максим Окунев. Он готов рассказать о предварительных итогах первого дня соревнований. Коллеги, в Карайдельских лесах сегодня на редкость неспокойно. Рев бензопил и треск веток нарушает тишину. Первый республиканский чемпионат по валке леса собрал профессионалов со всего Башкортостана. Борис Потапов в профессии почти 20 лет. Перед сменой всегда скрупулезно осматривает рабочий инструмент. И сегодня перед участием в чемпионате особое внимание уделяет личной безопасности. Должна проворачиваться натяжка цепи. Почему это важно? Свободно. Важно. Ну, заклинит цепь или полотно заклинит звездочка на смазку. Проверяем тормоз обязательно. По технике безопасности. Мастер-класс от судейства. Участники сами выбирают ориентир для падения. Чем дальше от намеченной цели повалится дерево, тем меньше присуждается баллов. Сегодня мы один день посвящаем самому основному виду. Это валка леса, где можно получить самое большое количество очков. 660 баллов. Это самый максимум здесь, что можно получить. За 3 минуты он должен подойти к дереву. Вот данному дереву по номеру подходит дерево. После этого по команде судьи начинает валить лес. Начинается подпил. Подпил должен быть ниже этой отметки. Подпил делается глубиной 7-12 сантиметров. После этого, после подпила делается угол. Основная цель – уронить на вешку, которая находится на 15 сантиметров от дерева. В отрасли дефицит профессиональных кадров. Это при том, что предприятий лесопромышленности из года в год становится все больше. В одном Карайдельском районе их насчитывается свыше 30. Для правового регулирования их работы в районе создана ассоциация лесопромышленников. Она же контролирует соблюдение предприятиями действующего законодательства. Лес наш. Мы его охраняем. Мы его там проводим. Лесовосстановительная работа в очень большом количестве. Это обязательство, да? Да, обязательство. У нас договор так и написано. То есть по договору в Башкирии от сплошной рубки 77% восстанавливается искусственным путем. Чемпионат продлится до завтра. Оценят навыки раскрежовки, то есть распила дерева на части, обрезки сучьев, сборки срубов. Команда-победитель отправится в Казань для участия в финальном этапе.